Значит. Да. Видишь, такой ты не занимаешься. Нельзя, чтобы сзади ходил сильнее тебя. Только смотреть. Вот жена не понимает. Я не люблю спать, когда жена сзади. Ну потому что задушит. Ну, уже так на тренировке. Уже не могу кто-то, когда сзади кто-то меня. Я или поворачиваюсь, или как там что-то. Даня, иди сюда. Как так сюда? Что? Крови не было там. Не знаю. Где-то, да? Да. А, ну становись туда-сюда. Значит, еще раз. При проведении броска через спину с колен. Оставь ты, блин, свою сумку. Я еще чуть-чуть. Значит, еще раз. При броске через спину с колен нужно проводить цикл сюда. Нужно обязательно делать контрприем. Удушающий. Да, надо делать удушающий. Значит, ставим высокий пар. Значит, есть вот такое удушающее. Вот мы делали отсюда и шли кувырком вперед. Есть удушающий суд. Вот раз, оп, движение, руку выливаешь, оп, и оп, вот сюда. Самое главное, что ручка есть, душится. Ой. В высоком пафте. Ручка здесь есть. Раз, добавим, да, встали на колено. Теперь, вот палец, вот так, правильно. Раз, выпили, стоп, сюда, и забежали, и сюда забежали. Просто я уже не могу. Куда? В эту сторону бежим. Почему? А в какую? Так, если сюда, почему туда бежать? Нужно вот так. Здесь сюда? Я? Да. Я не буду сюда, что просто... Я же просто высокую палку, да? Да. Пальцы. То есть вот я взял, да? Раз я зашел сюда. Опять что я выступаю, и вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Вот. То есть в эту сторону. Синюшка здесь. Значит, что получается? Высокий партер, вы берете отсюда. Становитесь на колено. Берете руку из руки. Этим коленом чуть-чуть выливаете, поэтому рука не так. А вот так, раз, она уходит. Прижали его и сюда идете. Все, пошли. Чезар, возьми его пока. Бутук. Во, и вы вдвоем. Пошли. Два раза один, два раза другой. Пошли, удушающий. Сейчас рыбник пока складываем. Вот. Все хорошо? Как хорошо. Да, я там нашел кусочек винта. Просто не запачкал. О, масло. Хорошо. Тогда так, гуляем сюда. Вы вдвоем по два раза и меняете. Стоп. И туда, и сюда. Один раз сюда, один раз сюда. Нет, удушаешь, удушаешь. Сюда. На раз. Круто. Нет, руки наоборот. Там еще один. Положение на живой. Бегаешь. И в эту сторону. Потом. Что с рукой? Матэ, я не понимаю, вы стоите, что у вас получается? Что? Стоишь здесь, на штучке вот так, чтобы сразу можно было на локте. Раз. Нет, ты поднялся. Прижимать надо это плечо, бедро. То же самое, если только... Наоборот, другую ногу вперед. Сергей Анатольевич, то же самое, только левой рукой беру за ногу, правда? Из руки. Да, так же, как за ногу, только берем за руку. Пошли. Так, один раз ты, один раз ты. Или по одному разу. Руку, нет. Слушай. Вот ты взял, вот. Да? Ты сидел на колене. А теперь вот эту руку не сложишь. Сюда. И еще.
Другой коллега. С этой машины же да? Да? Нет, так ты. Сейчас. Нет. Ты. Да. Вот ты взял, да. Все, да? Ты же должен прижать, рука мешает. Колено будет. Ой. Нет, эту руку не надо сюда, просто она так должна. Да, вот так перебежишь. Кто тебе дал? Вот, и сюда чуть-чуть берешь. В сторону головы. Больше руку работать. Вот зачем должен не будет? Вот зачем делать? Нажимаю. Послушай, есть такое, да? Да, да. Не поймешь. Вот я сейчас посмотрю еще правила, расскажу точно. Выпни, вытащи. Вот. А потом можно брать. А вот, а сейчас ты можешь уже оттуда забрать. Сюда и пойти сюда. Хорошо, стоп. Ты отдыхаешь, мы вдвоем делаешь по 10 человек, и мы сюда не приедем. Мы друг другу по разу делаем. Ну что? Ну и вперед. Нет, зачем? Ну что, зачем? Вот эта нога вперед. Вот это. И вперед двигаешь. Меняйте ногу.
Ушел в сторону, он раз и ушел, и ты летишь. Вот так молодец. Хорошо, ты отдыхаешь, ты душевишь. Красавец, Влад. Одели куртки. Это хороший прям для них. Да. Прямо нога блокируется, больше не хочет. Надо просто как бы чуть-чуть менять туда-туда. Просто ноги не должны, не знаю, если я перекачал ноги, у меня как утром, я встаю как раз, потянулся, как схватилось, что ли? Ёпту нафиг, блядь. Так, а сейчас смотрите. Сейчас вы делаете бросок через спину с колен а-ля Дани. А-ля Дани, иди сюда. Вот, смотрите. Значит, делаете тот же самый удушающий, но... Значит, не такой классический захват. Не классический, а просто он держит за руку, держит за локоть. И отсюда... Пошире ноги и по показывающей спину вперед. Раз, два. Вы должны что сделать? Вот эта нога должна уйти сюда. Оп. И должны перейти на удушающее. Сейчас еще раз повторить. Наклониться не могу, худенький. То есть вот он начинает делать, вы сразу раз, видите, хоп, поймали отсюда. То есть еще раз показываю. Вот, видите, он движение делает. Уже раз, зашагнули. Оп. Отсюда, хоп, за ручку. И удушающий. Пошли. Так. Сейчас убьет их. По одному разу. То есть не так, как мы берем, а просто за руку и показать удушающий. Противник. Партнер, партнер. Только он начинает садиться, вы ногу оп, сюда. За ручку аккуратненько следите, с удушающим показывайте. Так, зади нас сюда, Даня, сюда, глянем туда. Они тебе делают, а ты удушающий. А вы по одному разу, вы по одному разу. Сможешь? Сможешь? Что? Работа. Да, не болит, просто кровь течет. Не на пальце. Все, пошли. Бросок через спину с колен. Порезывай. Стоп, стоп. Порезывай. Смотри. Не так заходишь, а левая нога уходит сюда. То есть левая нога, раз, два. Покажи сначала вот так. Вот это стоп. Возьми просто отсюда. Вот эта нога, вот эта нога. Раз, два. Не вижу. Сюда, сюда. Вот это рука. Рука. Это тоже удушающее. Оп, сюда. Вот отсюда он удушающий. Одной рукой держи. Стоп. Два. Смотри, ты делаешь раз, два. Да, один, раз, два. Вот только начинается, как бы чуть раньше. Туда. Нет, стоп, не двигайся. Вот эти рукой со какие были. Я еще не знаю, что я вам не прежде.
Нет, нет, нет. Кто? Мотель. Ладно, смотри. Он садится, а потом говорит, стоп, ты не знаешь, где. Уже раз, а выше пошла. И даже ты здесь его взял. Уже отсюда. Поэтому ноги не так, ножки пошире. Раз, раз. Так. Это внутри как. Это не спеши, дела нет. Еще вперед. Нога еще вперед. А это? Рука, передняя. Можешь даже чуть-чуть назад. Хорошо? Иди да. Сюда. Вынешь у собой. Ток-ток. Аккуратно. Вес меньше. Ты сделаешь ему, ты делаешь ему, ты делаешь ему. Ты делаешь ему. Делаем. И через первый колен он удушает. Да, и так ваша. Да. Нет. Еще раз. Смотри. Ты идешь сюда. Вот когда ты идешь, раз он тебя нагрузил, ты можешь упасть. То есть начинает делать. Оп. Нога. О. Заходи ручку, можешь себе прислать. Стоп, кто делает? Садим, да? Сейчас. Мате, куртки оставляем, пояса не одеваем, не оставляем, оставляем куртки, оставляем. Оставляем куртки, оставляем. Значит, задача такая, стоя на одном месте, перевести соперника в парк. Дай-ка мне свою ножку, вот, отсюда я взял ногу, и моя задача не бегать по ковру, а стараться там, ну, шаг назад, шаг вперед, раз, нагрузить, чтобы он упал. Но стоя на месте. Ногами не помогай, только руками работаем. Пожалуйста, иди сюда. А, ты хорошо, давай, начинай. Пошли. Ты высокий. Нет, ногами не надо подсечки пока делать. Поменялись. Стоп. Второй номер. Поменялись. Поджимаем. Держи его далее, за куртку держись. Одной рукой держись. Стоп, не двигайся на месте, не бегай. Кто сбивает, в центре стоит. Ну, если держишь его двумя руками, чтобы не упал, можно пойти? Что тебе надо? Поменялись. Стоп! Дай!